Вот вы же в Китае были, да? Был. Вот говорят, в деревнях условия страшные для жизни, тяжелые. Там вообще даже не знаю, что такое туалет, говорят. Вот есть как, да, знаете, да, как да. В старые времена такое. Да-да-да. Ну, дырка понятно. И все. И вот есть такая история, сейчас вот произошла. Миллионер, он вырос в деревне, был мальчиком в деревне, стал миллионером. И вот он решил помочь деревенским своим. Построил дома, теплые туалеты, ванные комнаты. И тут произошел переворот, которого он не ожидал. Люди начали ссориться между собой, кому полагается недвижимость, кому нет. Более того, люди начали требовать у бизнесмена другие дома, так как их семьи увеличились. Вот он этого не ожидал и почти в депрессии оказался парень. Он просто недопонимал, что человеческий эгоизм устроен немножко по-другому. Мне так его жалко вдруг стало, я прочитал. Нет, это естественно, да, такое разочарование. Неужели надо... мы не можем в какой-то момент вдруг замолчать и получить этот дом, получить теплый туалет, такой вот, такой, так в жизни не жили и так жить уже? Нет, потому что бытие определяет сознание. Ты исправил бытие, да. Ты за этим изменил сознание, а сознание, оно стало... на 1000 ступеней эгоистических больше, и все, он уже не может. Они теперь уже будут грызть друг друга. Они будут друг друга убивать. То есть он выпустил черта из, да, из теперь, шкатулки. Да, они теперь будут судиться. У него там туалет теплее, у него там ванна больше или еще чего-то. То есть вы говорите, жили спокойно люди, ну, в таких тяжелых условиях и жили себе. Тяжелые, да? Ты не представляешь, какие. Я даже в Пекине в самом видел эти условия. Каморки эти, да, такие? Да, это ужасные каморки. Это... У него есть такая кровать, которая на земле, а там холодно зимой. Да, континентальный, да. Китай, там холода, как в Сибири. И маленький такой телевизор стоит, и вот эта кровать. И это все, что у него есть. Весь его мир. Да, все. И какой-то там кулечек с чем-то, с какими-то там, может, овощами, и все. То есть вывод такой, я нехороший сейчас вывод скажу, нельзя выпускать человека из вот этих его ни условий? Ни в коем случае, ни в коем случае. Это нехороший вывод. Почему нехороший вывод? Хороший вывод. Это надо очень-очень осторожно, только в мере развития населения и только лишь в мере идеологии правильной. То есть ты такого скачка делать не можешь? Нельзя. Вообще, согласно Кабале, прогресс должен идти вровень с воспитанием, с внутренним сознанием. Иначе ничего нехорошего не получится. То есть что иначе надо... они будут изобретать атомные бомбы в итоге. Ну и что с того, что у каждого будет хлеб? А они будут несчастнее себя чувствовать. Ну вот секундочку, скажите, как подготовить человека к этому переходу, чтобы он все-таки получил ванную комнату, теплый туалет, ну какие-то такие условия теплые? Как его воспитать надо? А зачем ему это надо? Это вот вы меня ставите я спрашиваю, тупик этим вопросом. Зачем ему это надо? Для того, чтобы начать смотреть на соседа косым глазом. Если он при этом чувствовал себя нормально существующим, что вот такая жизнь, зачем надо больше? А теперь жена требует себе там гардероб, понимаешь ли, шкаф уже там ломится, и надо еще второй шкаф теперь покупай. То есть история золотой рыбки, она всегда актуальна. Обязательно. Старуха обязательно. И это вот, да. Это вот корыто, это да. Всегда актуально. Да. Только развитие человека должно определять его... имущественный ценз. Ну, то есть выведите нас из тупика. Вот как человеку вот, жить хорошо и счастливо? Что для этого надо? Вот скажите, пожалуйста. Вот прогресс, вы сказали, не нужен для этого, чтобы человек был счастливый. Нет, совершенно. Вот создал условия такие более-менее. Смотри-ка, с 2 миллиардов в начале 20 века до 8 миллиардов в начале 21 века. За 100 лет. А что будет дальше? Ну, говорят, сейчас это идет неслуженное снижение постепенное. Вот. Но почему идет по снижению? Потому что люди не хотят дальше размножаться. Они думают только о себе. Я создам лучше такие условия, когда меня будут лечить, меня будут хоронить, все будет на мне заканчиваться. А дальше хоть потоп. Поэтому не нужны мне дети. Они еще оправдывают тем, что не хотят в этот мир рожать детей, мир страшный, да и ладно, страдания. Они не думают о детях, они думают о себе. Зачем мне вкладываться в детях? Это точно, да. Вот. Зачем мне вкладываться в детях? Когда ты должен был... потому что они будут меня обеспечивать, потому что они будут обо мне заботиться, я буду видеть счастье, видеть своих внуков и так далее. А сейчас этого нет, эгоизм вырос, ему не нужны эти внуки, ему нужно ничего. До последнего дня жизни мне будет хорошо, а потом меня закопают, я буду платить сейчас, чтобы меня закопали, все нормально, чтобы было. Очень хорошо, все, больницы и похоронное бюро, да, ну и все.
все-таки прогресс существует. Вот как сегодня человеку быть счастливым? Он нехороший, этот прогресс. Он запутывает человека, он заталкивает его в какой-то теплый, извини меня, сортир, и человек в этом теплом сортире существует всю жизнь, он думает, что это благо. И ничего больше, кроме этого, у него нет. Ничего. Ну, вот вернемся к этому китайскому миллионеру. Как сделать так, чтобы людям было хорошо? Вот, допустим, у него была такая мысль. Что он должен был бы сделать? И вообще, что сделать, чтобы людям было хорошо? Что? Я бы посоветовал ему, конечно, открыть школы. Для детей. Там же деревенька, наверное, на 20-30 тысяч человек, не меньше. Дать детям возможность учиться. Они воспитались в школах, да. А теперь рядом со школой я построил университет. Что ребенок должен понять и почувствовать в школе? Хотя бы вот... Он должен учиться быть в мире интегральным элементом. То есть он должен знать природу, мир, каким образом она крутится, и как он должен крутиться вместе с ней для того, чтобы быть интегральным элементом. То есть связанным, да? Связанным с природой, не нарушая ее гармонии. Вот этому его учат в школе, а потом и в университете. Это длительный процесс. Это главное, вы считаете? Да, потому что надо менять человека. То есть не я меняю мир, а я, наоборот, связан. Именно учеба в правильной среде меняет человека. И тогда бы мы увидели бы совсем другое поколение китайцев, допустим. Ну, вот теперь от китайцев перейдем к миру. А миру бы как бы быть то же самое, хорошо, как принести то же миру? То же самое, ничего другого, только воспитание. Только воспитание. Такого же и только в той мере, в которой они согласны его принять. Ну и хорошо, и воспитание какого человека? К такому же интегральному человеку? Конечно, обязательно. То есть, чтобы он чувствовал связь свою с природой? Да, сознательно. И понял, что сознательно должен к этому идти. И это надо воспитывать с малых лет в состоянии обязательности. И вот если, допустим, вот мы направили человечество вот на такой путь интегральности, взаимной связи, понимания внутри природы он находится, тогда на этой основе можно строить прогресс? Вот на этой основе вы можете... Какой? Уже... В чем прогресс-то? Ну хорошо, вы можете условия что, улучшать? Что, космические корабли бороздили просторы Вселенной? Нашей роли, да. Ну, что? Нет, зачем? Да? Да у него весь прогресс будет в отношениях между людьми и в проникновении вглубь интегральной природы. Там он найдет все. Это... Там он найдет все. Не надо ему выезжать из своей деревни. Он во Вселенной парит. Он понимает и ощущает, что происходит вообще вокруг него. Чего ему выезжать из деревни в соседний город куда-то? Ничего. Человек тогда ощущает, что он счастлив действительно? Вот. Конечно. Он понимает, где он существует, для чего существует, кто его создал, с какой целью, и как он выполнил эту цель, как с помощью этой цели он раскрыл для себя мироздание. Он его ощущает полностью. У него нет вообще никаких проблем, даже перехода от жизни к смерти. Он ощущает себя вечным, совершенным, как то, что он постигает. Что может быть лучше? Это вместо того, что он там стал городским современным китайским жителем? Что ты? Ты должен дать человеку внутренний комфорт. Внешне ты ему не дашь все равно. И вот это главный прогресс, да. Дать внутренний комфорт, да, человеку. Да, потому что во внешнем комфорте все будут только смотреть друг на друга. А внутренний комфорт, еще раз, что это вы подразумеваете? А внутренний комфорт, когда каждый достигает своего равновесия с собой, с природой, с Творцом. И тогда ему ничего не страшно. Вот это хочет каждый человек. А тем, кому ты будешь больше давать, меньше давать и так далее, ты только будешь порождать революции, склоки и так далее. Короче, миллионер ошибся. Ошибся. Да. Так-то, Сеня. Спасибо. Таки непросто. Спасибо.